Сегодня у нас уже 21 июля. Это мы около Володиного Пащенкова, бывшего Калашниковского дома, находимся. Вот показать крест какой высоты. Тут такое дело. Сегодня суббота, дети отдыхают. И гляжу, вот тут у нас сарай. Вот мы его отремонтировали. Он наклонный был, а я сделал в другую сторону наклон ему. Добавил там кое-что. Вот. И гляжу, играет. Девочка одна и два мальчика. И туда заскакивает из сарая. А сарай там... Посмотрим сейчас, что там инструмент. Пойдемте-ка. Вот. Проволока на стенах. И очень опасно. Как их занесло туда. Я их наказал. Оставил на вахту. Вот они. Главные нарушители. Не просто так нарушители. А это важно для нас. Лёва, зачем же ты в сарай-то играть начал? Давайте посмотрим. Посмотрите, вот это ведро. Запнулся за него, упал. Второе ведро, ты на него. А ведра все рваные, какие попало. Дальше. У нас тут все лопаты. Посмотрите, сколько лопат тут. Ой-ой-ой-ой. Тяпки. Это острые режущие, колющие. Вот. Кроме того, везде на стенах сетки висят. Вот они какие. Вот. Это вот липовые палки специально. Мы не знаем еще, куда их определить. Ну, липовые тут листья сохнут. Дальше дровяник, поленница. Вот на большие проволоки здесь. Ну, весь он колючий. И сюда заходить нельзя, даже на полу. И они вдруг сюда забежали играть. Ну, давайте сюда выходите, я переспрошу вас, что вы там делали. Полотенца висят. Вот, все. С вахты снял я вас. Это они тут меня минут 10 сидели уже. Обожди-ка. Так, кто это придумал в сарае играть? Ну, знаете, на полотенце не надо навалиться, Тимоша, отодвинься. Кто первый придумал? Вот мы все вместе придумали. Так, переводи. Говорит, мы все вместе придумали. Одна неревна, всем мысль пришла такая. Ну, примерно так, да. Можно и так сказать. Так а почему вы не дождались мальчиков, которые пасут? Ну, пасут у нас сегодня Тараси и Нестор. А почему вы решили девочку избрать для игры? Ну, просто поиграть решили. Все остальные были заняты. Так, я сейчас хотел его послушать. Ну-ка, говори. Она, вот сама мама сказала, с вами можно поиграть? Вот мы, да, сказали. Она, говорит, сама сказала, можно с вами поиграть? И мы стали играть. Так вот. Вы теперь поняли, что это опасно здесь? Да. Я хочу, чтобы игра ваша продолжилась. Пойдем, я покажу, где можно играть. Там такие большие, как... Ну, свитки сделаны, сено есть, и там можно бегать и за ними прятаться. Пойдет? Да! О, так, теперь нужно, чтобы команда была настоящая, еще девочек, мальчиков набрать. Ладно. Можно? А девочки, да. Ну все, дядя, нас снимай, так, держи на этом. Цифры бегут. Мы сейчас пойдем. Сунь туда руку. Пойдем. Может, давайте девочка будет доктор? А? Доктор, ага. Будет. Ну вы там можете какие-то травы взять вместо палочки. Не надо, а травы. Трава вместо палочки. Вот сейчас мы пойдем и спросим, кто еще пойдет тут. Ну, давай. Вот. Давай мы сейчас поищем вам компаньона. Так. Вот такое дело, мама. Вот выше я с вахты снял, подожди-ка, подожди, назад. Ну охота, чтобы игра была дальше. Я хочу увезти в огород, и там вот эти намотанные рулоны, сены, там можете за них прятаться. Кто пойдет играть? Можете оставить пока у себя тут. Вот еще двух игроков нашли, выходите. Еще бы кого найти. Ну-ка там посмотри, кто там есть. Сейчас мы разыграем. А? Давай там еще кто есть? Покажи сюда. Ой, вот мама, вот моя еще играть будет. Вот так. Там есть, правда, не хотят. Не хочет. Что? Не хочет. Ты еще делаешь, Ивана. Иди ты детишками с ними, поиграй там. Играть. Пойдем. Пойдем. Понаблюдайся. Так, а где Ливия? Ливия не хочет. Как не хочет? А ну-ка покажи ее. Что значит не хочет? Надо? Давай, Ливия, прошку делать. Давай.
Садись с ними, пожалуйста, поиграй команду, составь. Одну минуту дайте мне? Да, одну нет, это много, только полминуты. 20 секунд. Так, выходим на улицу. Дальше. Ребят этих нету, сейчас спросим. Ефросинья, иди сюда. Захвати инструмент свой, какой там есть. Вот у нас тут как будет дело. Такой запоминающийся вам момент будет, так интересно играть. Вот, а то они в сарае придумали. Я их оттуда выкурил. Там проволока торчит. Вот так было силой играть. Так, еще, ну смотри команду. Ну-ка давайте разбивайте. 3-3. Я 3. Я с Агнией. И Левой. Там Левой. Так, вот 3. Тимоша, а ты к этой команде давай. Я. Ну вот пойдемте. Я вам покажу, где играть. Там не опасно, ничего. Пошли. Я даже руки не помогу. Так, вы от меня не оставайтесь. На поле качалась. Там где не прибали. Да? Да. Вот смотрите, они там играли в сарай залезли играть. Это опасно. Ну я их наказал, они там стояли минут, наверное, 10. Вот смотрите, сколько этих рулонов? Посчитайте. 6. Ну-ка. 6. Сюда, посчитайте. 6. 2, 3, 4, 5, 6. 6. А там сколько? Ну-ка, кто-нибудь посчитайте, сколько там этих? 2. 2 коптер. 2? 2. Это значит 8. Вот вам дается. Заходить вон там, можно туда. Прятаться, к ним не прикасаться, на них не прыгать. Вот команду теперь разбейте. Вот эти. Вам принадлежит вот это поле до конца. И с той стороны вот это. И когда наиграете, скажете, все, тогда я надо, чтобы пришли ребята с поля. Вчера просились на балерину. Экспедиция на балерину будет, экурсия. Вы там ни разу не были? Нет. Вон нет. Там, вон то большое сооружение. Трехэтажное. Вот здесь досыто наиграетесь. Вот вам нужно, ну, какие-то в руках предметы. Так вот, пожалуйста. Вот держи. Зачем? Ты никого не ударишь сильно. Ну, это представляешь, что-то такое крепкое. Вот я скажу. О, держи. Ну, вы себе сами найдите. Все. Разбейтесь по командам. А кто, допустим, горюет называется. Горюет вот так вот. Отойдет, смотри. Горюет вот так. Прося. Прося. Горюет, это сейчас вот так глаза закроет и не смотрит. А эти спрячутся куда-то. Подождите, Моша. А эти после этого сразу. Все, ищите. Можете тогда искать. Никуда в кусты не лазить. Только за эти круги и за копны. Хорошо. Договорились? Да. Все, пошел. Куда вы идете? Давайте вон туда сначала. Так, кто горюет? Трое команда. Сначала вы горюете. Вот сюда вот. Подойдите. Вот так вот встаньте и стойте. Вот так рукой закройтесь. Чтобы не смотреть. Во-во-во-во. Кто сюда добился? Кто? Одна команда. А другая прятаться будет в это время. Давайте еще. Тихо, я что, тоже? Пока всех не найдете. Так, туда наклонитесь и стойте. Все, а вы прячьтесь, кто куда хочет. Пошел. Сарик. Давайте, я пойду искать там, а вы ищите. Ну, давайте.
Бежать, наверное, туда. Все, обнаружили вас. Обнаружили быстро. Не знаю. Дядя Валя, дайте что-то зачем. Ну как? Не, надо так ошелся, и вот это. Теперь другие горевать должны. А эти спрячутся. Все, выключи. Пожалуйста, ты моя...